Сегодня покажем супермаркет Россия, Ресей. Его и гастрономом называли. Теперь он, это торговый дом. Вот он. Здесь вот рядом памятник Джамбулу. И вот жилой дом. Три дома жилых. Три богатыря, так называемые. Там на первом этаже раньше был кинотеатр «Искра». Он закрылся где-то лет 10 назад. Вот пешеходный переход. Это вот улица Джамбула. Сейчас это пешеходная улица. Выше вон там находится школа-гимназия. Вот здесь какие дубы растут. Вот напротив России 12-этажный монолитный дом. Вот вид на торговый дом Ресей, Россия, с противоположной стороны. На Ленина до стык, выше Калинина, Кабамбай, Батыру. Здесь сейчас Магнум есть, супермаркет. А с правой стороны кафе Мята. Торговый дом Ресей открылся в 1970 году. В 2010 году здесь был пожар, но потом был восстановлен. Вот арык. Это центральный вход, гастроном. Перекресток Ленина-Калинина. До стыка Бамбай-Батыра. Новое название. Это вот Калинина. Здесь вот четырехэтажные жилые дома. Внизу аптека. Вот напротив салон красоты. Это вот Ленина до стык ниже Калинина. Торговый дом России. Здесь кафе, выпечка, завтраки, хлеб, аптека там дальше.
Это вот кафе внизу торгового дома России. Очень уютное кафе. Здесь все есть. И манты, плов, чебуреки. Очень уютное кафе. Вот аптека изнутри. В Ресейке. Это вот кафе «Мята» с правой стороны гастронома. Сегодня дождь, раннее утро, поэтому они столы собрали. Вот мы зашли вовнутрь, только открылся. Здесь вот банкомат, а вот центральный вход. А здесь вот пока закрытые вот торговые ряды, где вещевые, где одежда продается, открывается в 10. Камера хранения здесь. Там вот кассы. Вот уже продуктовые ряды. Шоколады, Мерси, Рафаэлло. Вот местные плитки шоколада. Вот стеллажи, где чай. Кофе здесь. Нескафе. Маккофе. Здесь отдел напитков. Лимонад Буратино. Кока-кола, пепси-кола. Это отдел соков. Спиртные напитки. Водка, виски, Джеймса. С левой стороны вина, с правой стороны пиво. Жигулевское пиво, чешское пиво, ФС местный. Вот стеллажи с водкой. Напротив коньяки. Казахстанские коньяки, Бахус. Это вот виски.
Вот шоколады, чокофай. Мед натуральный, нутелла. Ассортимент здесь хороший. Щербет, чак-чак. Печенье. Это отдел развесных конфет. Рачки, мишка косолапый, мишка на севере, каракум, печенье, там хлеб. Вот отдел, где сыры продают. Салаты. Здесь вот крылышки, голень, котлеты. Пирожки. Манты, чебуреки. Хлебный отдел, булочки. Это вот овощной отдел. Помидоры, тыква. Ассортимент хороший, хотя еще только май месяц. Уже вот свежая капуста появилась. И стоит недорого. 164 тенге килограмм. Лимоны, гранаты, яблоки. Вот замороженные здесь пельмени, вареники. Молочные изделия. Есть еще сыры. Вот колбасные изделия. Вот уже открылся торговый дом с правой стороны, где бутики. Косметика здесь, одежда, детские товары. Газеты и журналы здесь. Там национальные сувениры.